Дорогие коллеги, здравствуйте. Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. Сегодня хочу вам рассказать о нашем фене. Такой вот у нас сегодня маленький обзорчик будет. Я вам расскажу и не буду там вам заливать лишней информации. Я вам скажу, что мне нравится в этом нашем фене. Первое, что он достаточно маленький. Вот, видите, достаточно такой. В плане веса, тут говорить, что он супер легкий, супер тяжелый, это я вам тоже говорить не буду, потому что у каждого свои меры веса. Вот мне после моего кажется, что он легче, поэтому каждому, скажем так, свое. Для кого-то он будет легкий, для кого-то он будет тяжелый, не могу точно сказать, вот как что тут в плане веса. Значит, основной его момент то, что он достаточно сильно дует, у него достаточно сильный поток воздуха. Чем мне он нравится? Я очень часто вытягиваю волосы, и мне нужно, чтобы у меня волосы всегда хорошо были вытянуты. Для кого-то, может быть, это плюс, опять же, что фен сильно дует, для кого-то там это минус. Ну, смотрите, опять же, решать вам. Я вам просто говорю его особенность. То есть данный фен очень сильно дует. То есть вот смотрите. То есть поток воздуха у него достаточно сильный, и он очень хорошо дует. Что еще о данном фене? Значит, у него идут в комплекте две насадки. Вот одна, вот здесь, собственно, уже вторая. Еще момент, что еще в нем. В цветовых решениях он идет в трех цветах. Они идут, как правило, все матовые. Значит, первый это черный, второй это у нас красный и белый. Вот в плане маркости, ну, я не знаю, тут кто-то говорит, что там типа белый нужно там чаще мыть, он пачкается. Ну, не знаю, вот у меня красный, светлый, да, там у знакомых белый. Ну, все когда-то всегда пачкается там в плане, если говорить о белом цвете, да. Ну, по мне так просто чаще протирайте, и он не будет у вас грязным, вот и все. То есть следите за своим инструментом. Ну, вот, в принципе, все, что я хотел сказать о фене. Если же будут какие-то вопросы, задавайте. Вот, я буду рад вам рассказать. Вот, все. Всем точных стрижек. Всем пока.